Праздничный концерт ко Дню народного единства прошел и в Большом зале Русского драматического театра. Выступили лучшие творческие коллективы республики. Это Государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана» и ансамбль песни и танца «Дагестан». Артисты Государственной филармонии и другие коллективы республики. Из-за сложной эпидемиологической ситуации число мест в зале ограничили до 150 человек. Обязательным условием для зрителей было наличие QR-кода.